Доброе утро, дорогие друзья. Поселок Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга – это мое родное место, моя родная земля, где я родился. И, конечно, я счел необходимым проголосовать именно в родном поселке, накануне открепившись, и приехал к открытию участка, понимая, что в течение дня будет много задач. Сегодня большой праздник для всех нас – это выборы президента Российской Федерации. Это выбор нашей страны на ближайшие 6 лет. Приглашаю проголосовать сегодня, отдать свой выбор. И поздравляю с большим историческим событием, с годовщиной присоединения Крыма, возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Отличное настроение, отличное утро. Я проголосовала в Устьежоре. Это исторический центр, историческая жемчужина не только Колпинского района, всей России, место битвы Александра Невского. От души призываю всех жителей Колпинского района, всех жителей нашей страны не откладывать большое дело на вечер. Встать утром, провести его с удовольствием, сделать самое главное дело нашего сегодняшнего дня – дело выбора будущего нашей страны и сразу получить огромный заряд бодрости. Спасибо. Ну, я считаю, что много раз участвовал в выборах, конечно, за всю жизнь, но сегодня особый такой какой-то волнительный день, потому что я думаю, что это не просто выборы, это мы сегодня узнаем, какие мы, насколько мы сплоченные, какая страна. И начнется, вне всякого сомнения, новый период, этап развития нашей страны. Поэтому для меня это очень важно и волнительно. Я рад то, что отдаю свой голос за президента Российской Федерации на героической жесткой земле. Скажите, зачем нужны выборы президента? Зачем? Ну, чтобы мы выбрали достойного человека и чтобы наша жизнь была лучше. По-моему, 14 число, если я не ошибаюсь, когда я пришла на свой избирательный участок и открепилась, ну, от него и прикрепилась к своей школе, потому что, ну, были некоторые трудности, потому что нам говорили, что кто-то говорил, что нельзя голосовать, кто-то говорил, что можно, не было такой уверенности, но когда я увидела, что я в списках, это, наверное, мне прям счастье принесло. Почему? Даже не знаю, ну... Как-то просто такое событие, день рождения, и первый раз голосуешь, но это что-то такое особенное. Экологически чистый вид транспорта. С днем рождения. Катюша, вечный день. Поздравляю. Удачи тебе. Поздравляю.